И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бесконечному космосу вселенной мира Space Engine, друзья. И сегодня у меня серия, которая будет разбита на две части. На мой взгляд, в этих двух сериях я вам покажу, друзья, наверное, самые красивые места мира Space Engine, по крайней мере, которые я нашел и смог наблюдать. Если что-то я найду в дальнейшем, что-то более яркое, более красочное, необычное, я, конечно же, обязательно сниму новую серию и вам покажу. Ну что ж, друзья, сегодня серия начинается с такого необыкновенного места. Это место находится не в нашей галактике. Вот. Я нашел такую, знаете, как бы красивую туманность, что ли, да, и прямо в середине туманности здесь расположена звезда, а со звездой есть планета с кольцами. Она напоминает, кстати, Уран, если я не ошибаюсь. Она перевернута также на бок. У этой планеты есть, по-моему, сейчас подожди, давай посмотрим, 8 лун. Кстати, да, эта планета криогенная пустынная супераквария. Вот. Отсюда хорошо, вообще просто прекрасно, красиво, я бы даже сказал, фантастически просматривается весь тот вид туманности, который сейчас мы с вами рассмотрим именно с этой планеты. Также здесь видно звездное скопление. Давай вот сейчас мы не с поверхности планеты рассмотрим эту туманность. Согласись, это выглядит сейчас, ну, просто потрясающе. Но когда я опустился на планету, здесь, короче говоря, такие виды шикарнейшие просто мне открылись. То, что сейчас ты видишь, это все ерунда. Так, хорошо, ладно. Знаешь, это больше похоже на какую-то пасть, не знаю, раскрытую пасть крокодила или что-то в этом роде. Ну, в моем воображении это так. Так, я думаю, наверное, нам нужно будет перелететь сейчас на ночную сторону этой планеты и оттуда рассмотреть все красоты. Можно где-нибудь даже, чтобы кольца было видно. Я думаю, самый идеальный вид будет. Так. Отлично, у нас, кстати, прогрузка ландшафта. Это еще лучше намного, еще красивее. Давайте в свободный, в режим самолета, вернее, переключимся. Так, вот эту статистику, конечно, бы мне слева как-нибудь убрать. Она очень меня напрягает, очень мешает. Ладно. И посмотри, здесь как красочно смотрится фантастически эта туманность. На фоне колец, конечно, да, потрясающе. Здесь знаешь, что я видел? Я видел, знаешь, как бы такие облака, что ли, как будто есть у планеты. Вот, но это на самом деле это не облака, это все разрозненная туманность. Ты только посмотри, это, блин, это просто шикарно, я не знаю. Да, вот как я и говорил, отсюда видно много звездных скоплений. Даже, кстати, смотри, шаровое скопление есть. Давай я сейчас, наверное, переключусь в свободный режим. И мы это немножко в ускоренном темпе рассмотрим. Кстати, планета, да, она без атмосферы. Поэтому здесь все так можно разглядеть, блин, под впечатлением, я бы даже сказал, наверное. Так, это у нас, по-моему, первая луна. А, да-да-да, это у нас первая луна этой нашей планеты, на которой мы сейчас с вами находимся. Ну, здесь звезды, больше ничего, горы, скалы или что это... Я думаю, туманность, наверное, эту знаешь, где надо посмотреть. Давай мы сейчас с той стороны планеты посмотрим.
Я думаю, это будет намного лучше. Я находил такой шикарный вид, знаешь, я смотрел прямо... мне была прям видна вся туманность на фоне неба. И это было прекрасно. Ну вот, кстати, отсюда тоже хороший вид. Согласись, звездное скопление. А луна на фоне розовой такой туманности, которая раскинулась на несколько, я не знаю, там сотен тысяч, наверное, световых лет. Нет, ну классно. Это просто обалдеть. Такое чувство, что ты можешь как будто дотянуться прямо вот сейчас рукой, достать до нее, да, но на самом деле это огромное расстояние. Вот, кстати, да, как я и говорил, вот про такие облака в самом начале видео, это все разрозненная туманность, в которой также такое же огромное количество звезд, которые ты видишь сейчас вот на темном фоне. Кольца, да, кольца потрясающие тоже вот проглядываются. Так, подожди. А где у нас... А, вон там у нас, по-моему, солнечная сторона. Давайте, наверное, посмотрим еще с солнечной стороны все это чудодействие, да? Хотя, подожди, я, наверное, ошибался. У этой планеты все-таки есть какая-то... Да, у нее все-таки есть... небольшая атмосфера, тонкая атмосфера, наверное, скорее всего. Обалденно шикарно. Я, честно сказать, я под впечатлением. Даже на восходе, наверное, скорее всего, это восход звезды, и проглядывается туманность. Честно говоря, я не знаю, что это за туманность. Посмотри, как на горизонте просматриваются кольца. Это просто кайф. Это просто шикарно, блин. Давайте в режим самолета. И я думаю, в этом режиме это самое лучшее, что можно будет просматривать, разглядывать. Кстати, вот да, много видно звездных шаровых даже скоплений, даже вдалеке. Классно. Так, ну а где у нас еще сама туманность? Давайте попробуем полностью взлететь с этой планеты и рассмотреть. Рассмотреть всю эту туманность. Да, вот так вот она выглядит. Представляешь, насколько она огромна, красочна. Это же просто невероятно. Это просто невероятно, друзья. Да, хотел бы я бы находиться на Земле и смотреть на такой же красочный, потрясающий фон. Мне кажется, я бы не сводил бы глаз, наверное, днями и ночами. Хотя, наверное, когда-нибудь в скором времени... Меня этот фон немножко, наверное, стал бы, наверное, напрягать, я не знаю. Ну, первое время я, наверное, здесь бы точно не смог бы спокойно спать. Классно, согласись. Так, ладно, друзья, давайте переходим ко второй, наверное, ко второму топу нашей серии. Итак, друзья, наверное, второе в сегодняшней нашей серии стоит уделить внимание интересному тоже, интересной такой звездной системе. Эта система состоит из голубого сверхгиганта и черной дыры. То есть рядышком у нас дружно соседствует голубой сверхгигант и черная дыра. И, кстати говоря... Так, давайте рассмотрим голубой сверхгигант. У него диаметр 0,31 астрономическая единица, 33 диаметра Солнца. Ну, не так много, конечно же. Мы видели, по-моему, звезды с вами и побольше.
Но по соседству, мне что интересно, это по соседству рядом с этой звездой черная дыра. Представляешь, и у черной дыры имеется своя планетарная система, которая состоит из 7 спутников. Блин, жесть. Ну и, конечно же, мы, наверное, сейчас слетаем с вами к черной дыре. Вот она, черная дыра. О, боже, мне аж прям страшно, мурашки сейчас по телу идут. Если у тебя тоже были мурашки, вот от этого всего увиденного, обязательно напиши об этом в комментарии. А вот. Кстати говоря, все вот эта вот вся система, она расположена тоже мне рядом с неизвестной галактикой. И, блин, все вот эти вот 7 спутников черной дыры, я не знаю, посмотри. Если посмотреть на них, то можно увидеть, как ихняя материя просто вырывается из их недр, что ли, так сказать. И мне кажется, что черная дыра просто засасывает все эти спутники в себя. Да, наверное, скорее всего. Они, эти планеты, не расположены так близко к своей звезде. Поэтому здесь я по-любому отрицаю, что звезда срывает с них материю. Их просто засасывает черная дыра. Да, вот. Видишь? Давай даже возьмем первый, наверное, спутник. Вот этот вот жаркая пустынная Терра. Давай теперь летим к нему. Так, вот она, жаркая наша пустынная Терра. И мы видим, как материя вся, я не знаю, что там у нее, какие-то силикаты или что, из чего она состоит, это все вырывается и засасывается в черную дыру, и мы можем видеть вот такие вот белые пятна, конечно же, на ночном небе. Так, подожди, давай-ка рассмотрим, где она, наша черная дыра. Черная дыра, вот она. Хотя, в принципе, она на расстоянии всего лишь 0,009 астрономических единиц. Отсюда мы ее, конечно, особо не увидим. Естественно, это же черная дыра. Так, а вот интересно, так, я смотрю, у нас есть какая-никакая, но атмосфера у этой планеты. Поэтому, да, наверное, конечно же, черную дыру мы отсюда не сможем с вами разглядеть. Если только вылететь за атмосферу этой планеты, и можно разглядеть, как вся материя устремляется в черную дыру. Так, жаркая пустынная Терра. Я хочу вот увидеть прямо, знаешь, с поверхности вот это все вырывающееся в открытый космос. Не знаю, удастся ли мне это. Жаркий астероид. Что у нас здесь еще? Еще один жаркий астероид. Я так понимаю, это луны, наверное, этих планет. Жаркие астероиды, да? А давай попробуем на жаркий астероид приземлиться. Почему бы нет? Вот он, на жаркий астероид. О, боже. Ну, здесь, конечно, да. Конечно, вот эти пятна как-то, они не слишком эффектно смотрятся при всем этом, что мы можем наблюдать. Вот. Но отсюда прекрасно, обалденно видно, как все эти планеты, все, что расположено рядом с черной дырой, оно просто засасывает ее внутрь себя и расщепляет просто на молекулы. Да. Больше здесь и сказать-то, наверное, я думаю, нечего. Так, давай-ка сейчас я приземлюсь, наверное, на этот астероид. Он выглядит каким-то плоским. А, нет, вот, все, прорисовочка у нас есть. Все прекрасно. Я не знаю, реально ли увидеть вот это все, если бы я бы находился здесь. Это же, наверное, газы, там, не знаю, испарение всего того, из чего состоит этот астероид, блин, планеты. Да. Ну, по мне, честно скажу, это как бы, ну, не очень, наверное, что ли. Мне кажется, даже первое, наверное, то, что мы увидели в начале серии, было намного лучше, чем сейчас. Ну что ж, ладно, друзья, давайте. Ох, смотри-ка, я прям как будто по волнам. Это похоже больше на комету, как будто я, знаешь, по волнам устремляюсь. По морским волнам. Это мне напоминает серию про кометы. Кстати, друзья, кто не смотрел, обязательно поглядите.
Ну, как-то да, что-то здесь, как будто какие-то пятна воды, я не знаю. Я первый раз такой в Space Engine вижу, обычно, блин, ну не знаю, как-то получше, что ли, как-то все прорисовка, блин. Так, ладно, друзья, поехали к следующему нашему объекту. Ну что ж, друзья, еще одно подготовленное для вас в этом видео интересное и красивое место. Друзья, звезда, которую я нашел, это белая звезда. В принципе, наверное, я думаю, ну ничем не отличима от нашего Солнца. Вот, но что самое интересное, рядом со звездой, как ты можешь наблюдать, тебе может со стороны показаться, что это двойная звезда, но, друзья, это не двойная звезда. Рядом со звездой расположена черная дыра. Да, друзья, кстати говоря, у звезды есть планеты. Так, давайте подлетим немножко сейчас поближе. Так, немножко ближе, и мы увидим с вами черную дыру. Да, вот она. Стой. Это больше, конечно же, чем-то похоже, знаешь, на пульсар, но это на самом деле черная дыра, которая находится рядом со звездой, представляешь? То есть, когда-то, возможно, в скором она, блин, она просто всосет эту звезду, и от звезды не останется ничего. Так, подожди. Планетарная. Мне нужна планетарная система. Да, вот она, эта звезда. И у нас есть, кстати, планетарная система. У звезды есть 9 планет, но в основном это все газовые гиганты. Даже вот жаркий мини-Нептун. Мини-Нептун, да, я сразу показалось, как будто это, да, Нептун с огромным белым пятном. Я не знаю, сможем ли мы сейчас... Давайте перелетим, наверное, к самой близкой планете этой звезды. И отсюда рассмотрим черную дыру. Я не знаю, будет ли ее отсюда видно. Навряд ли, я думаю. Да, она сливается, в принципе, у нас со звездой. И кажется, второй небольшой звездой. На самом деле, конечно же, это не так. Так, подожди. Вот нельзя было как-то, я не знаю, располагалась бы планета как-то рядом, наверное, с черной дырой. Это было бы фантастически выглядело. Так, ну а какие у нас планеты есть еще? Так, да, конечно же, с черной дырой у нас ничего нету здесь. Комфортная пустынная Терра. Ну, давай попробуем прилететь к комфортной пустынной Терре и посмотрим, оттуда сможем ли мы увидеть черную дыру, хотя навряд ли, я очень в этом сомневаюсь. Так, подожди, планетарная система. Мне нужна планетарная система, черная дыра. Нет, конечно же, на фоне у нас очень огромная засветка от звезды, от самой идет, поэтому мы черную дыру не увидим, но здесь, я тебе скажу так, здесь тоже есть, кроме черной дыры, есть на что посмотреть. Поэтому сейчас я перемотаю, наверное, время. Ускорю его, так сказать, да? И мы увидим, наверное, потрясающую красивую ночь. Эх, не успел я посмотреть черную дыру. Может быть, на горизонте мы бы ее могли бы, наверное, заметить. Свободный режим, друзья. Стоп. Чуть-чуть замедлимся, замедлимся, да, конечно. Нам торопиться некуда. Наше путешествие только начинается. Ну и здесь, да, все-таки, ребятки, тоже есть на что посмотреть. Все-таки вся эта звездная система, она находится тоже в туманности. Я скажу так больше, друзья, что это вся звездная туманность. Вот это горизонт, друзья. Вся эта звездная туманность, да, она, вот эта вся звездная система и туманность, простите, она находится в нашей галактике. То есть, представляешь, это рядом с нашим домом, друзья. Рядом с нами. Не знаю, здесь как-то все выглядит пятнами какими-то непонятными.
Хотя до этого туманность смотрелась... Самая первая туманность, она смотрелась шикарней. Но я считаю, это красивые, шикарные виды. Смотри, волны как будто, да, какие-то непонятные. Как будто непонятные какие-то волны от воды, что ли. Пролетают луны у нас по горизонту, по нашему небосводу. Кстати, там, да, по-моему, еще какая-то диффузная туманность. Здесь вообще, я скажу так, в этой планетарной системе, звездной, да, системе, здесь очень много туманностей, которые мы можем наблюдать на ночном небе. Блин, это потрясающе. Нет, ну это шикарно, я считаю. Давайте в режим самолета. Классно, друзья. Ну что ж, друзья, наверное, на этом я буду заканчивать свою серию. Нас, конечно же, ждет во второй части, ребятки. Я постараюсь показать вам, наверное, топ более самых красочных, ярких мест в мире Space Engine. Кстати, у нас восход звезды. Всем, кому понравилось это видео, ребятки, обязательно лайк, подписочка на канал, обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новых интересных серий. И помните, друзья, космос и Вселенная бесконечная, и мы только начинаем свое путешествие в ней. Всем пока, друзья, пока-пока.